Скажите, а печень с зелёным горошком хорошо сочетается? Печень совсем, кроме водки, хорошо соглашается, сочетается. Блинчика. Охота – это спорт. Большой спорт – это когда патроны закончились, а кабан еще жив. Марина, одолжи перфоратор до завтра. А он сломался? Слушай, попроси у соседа. Кто в здравом уме будет давать соседу перфоратор? Мужчина выбирает худенькую миниатюрную женщину, потому что с ней не надо ссориться, тем более скандалить. Просто можно вынести ее за дверь. Петруха, а почему ты ходишь и ходишь на футбол? Понимаешь, Матрёна, люблю я футбол, вот и хожу. А почему другие игроки бегают? Блинчика. Верная примета. Если за бабой ухаживают 20 нормальных мужиков, она обязательно выйдет за 21-го, которому нафиг не сдалась. А кто это сделал? Когда память лучше, утром или вечером? Утром. А почему? Потому что вечером никогда не вспомнишь, сколько бутылок выпили. Детка за репку, бабка за детку, внучка за бабки. Такая нынче сказочка. Давай сыграем в прятки. Это как это? Ты исчезнешь из моей жизни, и я тебя нигде не найду. И ты выиграешь, и мне приятно. Блинчика. Отец, посмотрев на вынесенный и красиво застекленный балкон снаружи, сделал комплимент. Ну, это теперь объект номер один для воров. А кто это сделал? Марина, можно я возьму еще один кусочек торта? Да ешь хоть весь, только половину оставь мне. Я вчера тушил капусту с курицей, а сегодня варю рис с курицей. Так и сидим с курицей и смотрим на кастрюлю. Подписываемся, кликаем на колокольчик.